О госте с Украины сообщила лишь одна местная газета, и то на 14 странице. Так самым ярким эпизодом визита стала реклама шоколада его собственного производства. В сети уже шутят, что скоро президент Украины будет являться королям и главам государств в майке «Парашен». А что, ведь на производстве шоколада Порошенко продолжает богатеть? Реклама – двигатель торговли.